Подмосковье начались субботники. В Ленинском городском округе порядок на территории наводят сразу несколько предприятий. МБУ «Дорсервис», МУП УК ЖКХ и другие управляющие компании. Первый субботник прошел в минувшие выходные. Сотрудников УК ЖКХ можно было увидеть в разных частях города Видное. Там, где они проходили, становилось чисто. У нас составлен план, график по уборке нашей придомовой территории. И 3 числа, 3 апреля, мы убираем заводскую 13, заводская 3 и часть Гаевского целый день. Коммунальщики пришли вместе с детьми. Те тоже, взяв в руки метлы, помогали старшим. Еще два субботника состоятся 10 и 17 апреля, а 24 апреля пройдет общеобластной субботник, на участие в котором будут приглашены и жители Ленинского городского округа. Вместе мы должны привести в порядок территорию муниципалитета после зимы.